Дальновидное решение. В Чапаевске открыли филиал глазной больницы имени Ярошевского. Теперь там можно не только получить консультацию, но и пройти полноценный курс лечения. Работает стационар, и уже проводятся сложные операции специалистами из областного центра. Для Лидии Поповой диагноз катаракта прозвучал как приговор. Женщина не ожидала, что это обследование до выздоровления пройдет меньше 2 недель. Я пришла в больницу 30 июля. Мне назначили на 20 августа. Это очень быстро, конечно. Мы очень благодарны, что нам поставили такое оборудование, что нас так быстро прооперировали. Во-первых, я работающая. Мне очень неуютно я себя чувствовала. Сейчас я вижу этим глазом очень хорошо. Вот даже за кровью прям вижу вас очень хорошо. Очередь в областную офтальмологическую больницу станет меньше, а значит, попасть на прием будет проще. В этом стационаре 40 мест. Навестить первых пациентов приезжает министр здравоохранения области Геннадий Гридасов и обещает, сложные операции будут проводить специалисты из Самары, а скоро появятся и собственные врачи. Число вот людей, которые могут выполнять такие операции, врачей, профессионалов, их по пальцам можно посчитать вообще-то в Самарской области и не больше, наверное, сотни, полторы сотни вообще в Российской Федерации. Поэтому она и малодоступная, такая помощь. Но здесь нацеленность на то, что здесь появятся свои кадры. То есть сегодня сделана очень серьезная, высокотехнологичная прививка этой городской больницы. Михаил Алтеркоп, Нина Ванина, Александр Ерофеев. Новости губернии. Чапаевск.